có một số khó khăn nhất định, nên là chúng ta sẽ bắt đầu webinar bây giờ. Các bạn nếu mà nghe rõ và nhìn thấy rõ thì xin đánh dấu cộng vào chat. Перед вами будет текст на вьетнамском языке, и комментировать мое выступление будет переводчик Кев. Ở bên phải màn ảnh của các bạn là bài thuyết trình hôm nay, và tôi tên là Hiếu, tôi sẽ làm phiên dịch cho ông Vladimir Vladimir Maslov hôm nay. Я благодарю вас за то, что вы нашли время поучаствовать. Надеюсь, что этот вебинар будет нам всем полезным. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi webinar hôm nay, và hy vọng là sẽ có những cái thông tin tốt dành cho các bạn, thông tin đáng chú ý dành cho các bạn. Я поставлю его текст сюда, он весь на вьетнамском языке, оставлю его здесь, вы можете его отсюда скачивать, вот отсюда с площадки. Bài thuyết trình này thì bằng tiếng Việt nên là các bạn có thể tải về. Так, теперь скажите, пожалуйста, как меня слышно и как слышно переводчика. Дайте знать обратную связь плюсиками. Nếu mà các bạn thấy nghe rõ, nhìn rõ thì hãy đánh dấu cộng vào chat để chủ trì có thể thấy được. Слышно хорошо? По одному плюсику маловато будет. Tất cả các bạn có nghe rõ không ạ? Tại vì hơi ít dấu cộng được đồng thấy. Спасибо. Спасибо, коллеги. Значит, время очень непростое. Vâng, thưa các bạn, thời gian hiện nay thì không đơn giản, khá là phức tạp ạ. Я на всякий случай выключу свое видео, потому что я нахожусь очень далеко в Эстонии. У нас солнечная погода, и у нас сейчас 3 часа дня. Bây giờ ông Vladimir Maslov đang ở Estonia, khá xa, và hiện tại đang thời tiết rất là đẹp ở bên đó. Hiện đang là 3 giờ chiều. Поэтому пока мы настраивались вместе с переводчиком, нас три раза выбивало отсюда с площадки, чтобы не оказаться перед этой проблемой. Я сейчас выключу видео, а потом через какое-то время включу перед завершением. Trong cái quá trình chuẩn bị hôm nay thì có một lỗi gì đấy mà khiến mạng nó đã bị thoát ra đến 3 lần, nên là bây giờ thì ông Vladimir Maslov sẽ tạm thời tắt video trước. Trong cái quá trình thuyết trình thì sẽ bật lại sau. Я заранее поблагодарю переводчика, чтобы не забыть это сделать в конце. Это первое. И второе, прошу вас, вопросы, которые у вас будут, записывать здесь слева. Слева есть вопросы. Вы там questions, вы можете туда записать вопросы. Мы их соберем и будут даны вам ответы. Trong cái quá trình thuyết trình, nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì hãy đặt câu hỏi ở phía bên trái. Chúng tôi sẽ tập hợp câu hỏi lại và để trả lời. Ответы будут даны в письменном виде. Мы договоримся, как мы это сделаем с лидерами. Các cái câu trả lời thì các câu trả lời chúng tôi sẽ liên hệ với các lãnh đạo khu vực để trả lời. Могу сейчас говорить, я уже в эфире. Выходите на площадку. Chị, bạn Dương Chi, bạn có nghe rõ hơn không ạ? Mình sẽ cố gắng nói to hơn một chút. Я прошу прощения. Я общался с помощницей, которая должна тоже была быть на площадке, Ген, но ей опять не удается выйти на площадку, так что продолжим. Ông Vladimir Maslov trò chuyện với người hỗ trợ, một người hỗ trợ nữa. Đáng lẽ là trong buổi ngày hôm nay sẽ có một bạn Hiền nữa, bạn sẽ vào cùng với chúng ta, nhưng mà do... Vâng, mình sẽ nói to hơn một chút ạ. Я в какой-то степени повторю то, что в прошлый раз коротко было сказано, но я дам комментарий этому с моей стороны. В прошлый четверг, как бы мы
использовали возможность перевода со словацкого, а сегодня я прокомментирую несколько иначе еще. À, hôm nay có một số thông tin thì vào thứ năm tuần trước đã có cung cấp cho các bạn, nhưng mà lần này thì sẽ có cung cấp thêm cả các bình luận của từ ông Vladimir Maslov. Что для нас сегодня очень важно и как нам это понять в это сложное нынешнее время? Điều gì quan trọng với chúng ta ngày hôm nay trong một cái giai đoạn mà phức tạp như thế này? Нам надо понимать, дорогие друзья, что мы в проекте, для которого 2020 год является как бы решающим для группы компаний Skyway. Thưa các bạn, chúng ta cần phải hiểu ở đây 2020 sẽ là một năm quyết định đối với tập đoàn. Почему? Да потому что это планируется и подготавливается выход на мировой транспортный рынок с комплексом инновационных технологий. Это значит, начинается, продолжается, усиливается строительство. Tại vì sao? Tại vì trong năm nay sẽ lên kế hoạch tiến ra thị trường với tổ hợp các công nghệ đổi mới, sẽ cần phải phát triển mạnh hơn. Иначе говоря, создается транспортно-инфраструктурная отрасль, целая отрасль, которой раньше не было, она создается сейчас. Nói cách khác là chúng ta sẽ phải tạo ra một ngành vận tải hạ tầng trước đây còn chưa được tạo ra, đây là một ngành hoàn toàn mới. Из чего она состоит, или вернее, на что она как бы влияет и что в нее входит в эту отрасль? В эту отрасль входит подвижной состав, трасса, строительство, наладка всего этого комплекса, сервис, то есть обслуживание, управление, депо, умная система взаимодействий, энергетика и связь. Переведите. Trong ngành này nó sẽ gồm có những thành phần như sau để cấu tạo nên một cái ngành mới, thì thành phần di chuyển hay phương tiện vận tải, các tuyến đường cần được xây dựng, cũng như là sửa chữa, cung cấp các dịch vụ bao gồm sửa chữa, xây dựng, quản lý, xây dựng những nhà ga, depo và các hệ thống tương tác thông minh, quản lý thông minh và cả năng lượng và liên lạc nữa. Автор технологии и генеральный конструктор оценивает свою команду 2 миллиарда долларов США. 2 миллиарда долларов. 1000 человек оценивается как люди, и как сама команда действующая слаженно, она оценивается им 2 миллиарда долларов США. Это серьезная заявка. Nhà phát minh công nghệ và tổng công trình sư đánh giá là đội ngũ của mình, những nguồn nhân lực mà hiện nay công ty có trị giá không dưới 2 tỷ đô. Кроме того, по оценке генерального конструктора в 21 веке, это в нынешнем столетии, на планете должно быть построено и может быть построено не менее 20 миллионов, не менее, а более 20 миллионов километров струнных дорог, то есть по новой технологии. Và theo đánh giá của, ngoài ra theo đánh giá của tổng công trình sư thì trong thế kỷ này trên hành tinh chúng ta sẽ phải xây dựng không dưới 20 triệu km các tuyến đường theo công nghệ đường dây. И причем это все должно работать в абсолютно безопасном и автоматическом режиме, слаженно, стыкуясь с другими транспортными системами, существующими в этом мире. Và hơn thế thì tất cả những điều trên thì phải hoạt động ở trong trạng thái là hoàn toàn an toàn và tự động, phối hợp được với các hệ thống giao thông hiện có. Что для нас еще важно в этом году понять и как бы не грешить, не делать здесь неправильных действий, неправильной информации и так далее. Điều gì là quan trọng đối với chúng ta hôm nay, những cái điều mà chúng ta không nên làm sai, cần phải chú ý. Транспортная технология, которая называется или называлась и называется в принципе система Skyway, это технология, а инвестиционные платформы и процессы инвестирования, кредитования проекта, это другой отдельный процесс.
quá trình phát triển công nghệ vận tải thì nó tách riêng so với các nền tảng đầu tư. Cái việc cho dự án vay tiền phải tách biệt hoàn toàn với việc phát triển công nghệ. Где мы ошибаемся зачастую? Мы говорим, во любом случае, мы говорим Skyway. Хотя имеем в виду какой-то сам проект или еще что-то, или еще что-то. Это неправильно. И вот как раз, когда наши оппоненты нас хотят напасть на нас, они говорят, о, вся система Skyway дрянь. Cái điều mà chúng ta hay mắc lỗi đấy là khi mà nói đến một công nghệ đường dây hay điều gì đấy nói về Skyway thì đó là chúng ta đang ý nói đến một dự án, thì cái điều đấy thì không chính xác. Если вы слышали про ребрендинг, то он как раз и сделан из имен названий компаний, из всякого другого, везде убрано название технологии Skyway. Nếu mà các bạn biết về cái chương trình rebranding, tức là tái thiết thương hiệu, thì mọi thứ liên quan đến Skyway nó sẽ tách ra. Это сделано именно для того, чтобы технология понималась и была отдельно, а инвестиционные платформы и действия были бы отдельным процессом. Mọi điều đấy để làm sao để cho cái việc tên công nghệ nó sẽ tách khỏi cái tên của nền tảng đầu tư. И поэтому есть отдельно технология Skyway, и есть отдельно проект, который является проектом введения инновационной технологии на мировой рынок строительства транспортных дорог. Vậy nên là sẽ có những dự án riêng liên quan đến xây dựng hạ tầng. Теперь следующее. Важно понимать, что уже, скажем так, по состоянию на начало года, нынешнего года, в ЗАО «Струнные технологии», то есть компанию, которая капитализирует поступающие кредиты и инвестиции, инвестировано около 75 миллионов долларов США всего. Công ty công nghệ đường dây thì hiện đã được đầu tư 75 triệu đô. Это непосредственно, что капитализировалось в имуществе и в различных средствах производства. Nên là cái khoản tiền đầu tư được đã chuyển sang các tài sản mà công ty sở hữu. Далее. Важно сегодня осознавать, что шоурум или площадка презентации технологий переместилась основной упор из Белоруссии в Объединенные Арабские Эмираты. Và hiện nay thì cái showroom trình diễn công nghệ thì đã được chuyển chuyển hướng trọng tâm từ Belarus sang các tiểu quốc Ả Rập Thống Nhất. Теперь следующий пункт, я не буду его зачитывать, вы сами можете здесь все прочитать. Важно понимать, что ну вот за это время, к сегодняшнему дню, или это уже не к сегодняшнему, а месяц назад, сделано все то, что здесь перечислено. Và trong thời gian qua thì đã làm được các điểm mà các bạn có thể thấy nhìn trên slide này. И завершение вот перечисления, что важно сегодня нам, кто мы занимаемся этим проектом, кто инвестировал или кредитовал этот проект, кто как бы пропагирует его возможности, что в 2020 году будут показаны уже сертифицированный подвижной состав, который может развивать скорость и будет развивать скорость до 150 км в час на территории Американского университета в Шар. Và đối với những nhà đầu tư, những người quảng bá dự án thì cái điều rất quan trọng là trong năm 2020 sẽ được thấy phương tiện di chuyển được chứng nhận chạy phát triển tốc độ chạy đến 150 km/h tại khu vực trường Đại học Hoa Kỳ tại Sharjah, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Важно все на все это дело осознавать и смотреть через призму именно следующих двух вопросов.
Và có một điều trọng mà chúng ta sẽ nhìn thấy qua hai câu hỏi sau đây. Да, весь мир охвачен ажиотажем, ажиотажем или, скажем так, действиями, направленными на борьбу с коронавирусом. Hiện nay thì cả thế giới đang chịu ảnh hưởng của virus corona. Что нам делать в этой ситуации? Какие изменения это несет? Thế thì vậy thì sẽ có những cái thay đổi gì và chúng ta cần phải làm gì trong tình hình như hiện nay? Не будем сейчас критиковать все то, что как бы происходит. Важно нам отталкиваться от того, где мы есть. А отталкиваясь от этого, мы сегодня четко можем сказать, что изменения произошли в нашу пользу. Во-первых, я сейчас объясню почему. И во-вторых, мы перешли с вами большему общению в интернет-пространстве. Trong cái tình hình như vậy thì chúng ta sẽ không phê bình về thực tế nó diễn ra như thế nào. Mà sau đây thì tôi sẽ nói cho các bạn biết là cái tình hình như vậy thì nó sẽ diễn ra có những cái thay đổi theo hướng có lợi cho chúng ta. Trong đó các hoạt động trên Internet sẽ được mở rộng hơn. У меня уже немного раз спрашивали, что, ой, Масло, скажите, что будет, как вирус повлияет, не опасен ли он для нашего проекта и так далее. Gần đây thì ông Vladimir Masov rất hay nhận được những câu hỏi liên quan đến việc là cái tình hình virus nó lan rộng như thế thì có ảnh hưởng gì đến chúng ta, đến công nghệ của chúng ta hay không? Я обычно отвечаю и говорю, что наоборот, это как бы дополнительный мотор нашему проекту. Я объясняю почему. Первое, это потому, что это надежный проект, который капитализировался, мы это видим в течение 5 лет, капитализируется и будет капитализироваться. Sẽ ông Vladimir Maslow có giải thích là cái tình hình như vậy thì nó lại là một cái động lực bổ sung cho chúng ta. Tại vì thứ nhất là đây là một dự án đáng tin cậy, đã phát triển 5 năm, đã được vốn hóa trong 5 năm và sẽ tiếp tục vốn hóa như thế nữa. Thì, образно говоря, это проект, это спасательный круг всех наших средств, которые у нас, мы не знаем, что с ними сегодня делать, а что самое печально. Мы не знаем, что с ними завтра будет, с долларами, с евро, с донгами. Và cái điều này thì nó rất quan trọng, tại vì chúng ta hiện nay chúng ta không thể biết được là ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra với những đồng tiền, đồng đô la hay là tiền, các cái đồng tiền khác. Поэтому сегодня, а я, например, вернулся из Вьетнама и нахожусь в течение сейчас, вот первой недели идет в так называемом домашнем карантине. То есть мне не следует общаться ни с кем за пределами моего, вот моей комнаты или моего дома, где я живу. Вот со мной вместе находится моя супруга. Вот мы вдвоем как бы и находимся в карантине. Но таких много. Многие от работы отошли. Отошли от работы на заводах, на фабриках. И интернет-пространство – это наилучшая возможность сейчас именно общаться, общаться конструктивно и работать с этим проектом. Trong tình hình virus nó lan rộng như vậy thì rất hay gặp cái trường hợp là phải cách ly. Và cái điều đấy thì phải lấy mất đi công việc của mọi người. Thì trong tình hình này thì cái việc mà trò chuyện, trao đổi và làm việc trên Internet là một cái công cụ tuyệt vời. Уже все остальные вещи, вот если перейти ко второму пункту, то мы понимаем, что уже все события, которые происходят, они показывают, что мировая система социума и всех других систем дестабилизировалась и дестабилизируется с каждым днем все больше и больше. Và chúng ta thấy trong tình hình hệ thống tài chính và tiền bạc thế giới đã bị ảnh hưởng như vậy, thì cái việc tham gia vào dự án của chúng ta càng quan trọng hơn. И
И поэтому сегодня нам очень важно правильно понять, как себя вести, как на это реагировать. И вот все остальное, следующее мое повествование на это как раз и направлено. Vì thế nên là mọi điều tiếp theo đây tôi sẽ nói thì sẽ đều liên quan đến cái việc đó. Я задам просто вопрос. Как вы думаете, почему сегодня важнее использовать возможность кредитования проекта инновационного транспорта, которым мы занимаемся? Вы заметили, что я его не называю проектом Skyway. Это проект инновационного транспорта. И что делать? Как вы думаете? Nếu mà các bạn để ý thì tôi nói không phải chỉ là một dự án Skyway mà là một dự án các công nghệ đổi mới. Và điều đấy đó là rất quan trọng khi mà chúng ta đầu tư vào dự án này. Это намного правильнее и рациональнее, чем делать покупки лишних вещей или инвестировать в какое-либо другое имущество. Я сейчас объясню почему. Cái việc mà chúng ta đầu tư vào dự án thì nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với việc mua hàng những cái hàng hóa hay là cái tài sản khác. Проследите мою логику. Я купил недвижимость, неважно, недвижимость это имущество, квартиру, там дом, участок земли, купил автомобиль, заплатил 100% ее стоимости. И уже через какое-то буквально мгновение, вот я вышел оттуда, стоимость упала на 10-20%. Я уже потерял 10-20%. Потому что я не смогу это продать. Ни автомобиль, ни сапоги, ни недвижимость, ничего другого я быстро, в отдельных только случаях. А 95-98% я не продам за 100%, а намного дешевле. Ví dụ như là tôi có mua một chiếc ô tô hay là một mảnh đất hay căn hộ nào đó với 100% giá trị của nó thì ngay sau đấy khi mà tôi bán lại thì tôi đã bị đến 95-98% là tôi đã bị trừ mất 10-20% giá trị, không thể bán lại với chi phí gốc như thế nữa. Кроме того, мне появляются дополнительные расходы на содержание того, что я здесь приобрел. Ngoài ra thì chúng tôi còn bị mất cái tiền để duy trì những cái tài sản đấy. И возникают текущие расходы. Раз, если мы говорим о ведении баланса, то добавилось как бы активов, то есть имущество приросло, но выросли и пассивы, то есть расходы на его содержание. Нарушается положительный баланс семьи, компании, неважно чего. Nếu mà chúng ta lập một cái bảng cân đối thu chi thì chúng ta thấy có vẻ ngỡ như là tài sản thì đã tăng lên, cái số lượng tài sản đã tăng lên nhưng mà lại tăng thêm cả cái số những cái khoản chi thụ động. Я просто позволю очень быстро, не вдаваясь в подробности, это не тема нашей встречи, значит, я просто напомню, потому что это настолько гениально или правильно и просто сказано. Квадрант денежного потока Роберта Киосаки. Chúng ta sẽ nhắc nhanh qua một cái lý thuyết rất là phát triển của ông Kiyosaki. Весь мир разделяется на, скажем, по этому квадранту денежного потока, что есть те, кто работают по найму, самозанятые предприниматели и мелкие, скажем, лавочники, есть владельцы крупного бизнеса и есть инвесторы и кредиторы в надежный бизнес. Вот среди этих четырех групп я с вам быстро могу рассказать. Có bốn tất cả mọi người thì được chia thành bốn kiểu thu nhập. Thứ nhất là làm thuê, tự làm doanh nhân nhỏ hay là ông chủ lớn hay nhà đầu tư. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh qua các cái luồng tiền ở trong này. Важно понимать, что если разделить вот так вот этот квадрант напополам, то есть левая сторона и есть правая сторона. Nếu mà chia thành hai phần thì có phần bên trái và phần bên phải. И
в левой стороне, да, здесь у нас с вами на этой половине 98% населения земного шара и 4% всех мировых денег участвуют вот здесь. То есть практически все население суетится и действует вот в этих квадрантах. 98%. Но здесь крутится максимум 4% всех мировых денег. Khi mà chia thành hai phần như thế thì phần thu nhập chủ động sẽ đến khoảng 98%, 96-98% dân số trên thế giới. Nhưng mà nó lại chỉ chiếm có 4% thu nhập thôi. Chiếm 4% dòng tiền trên thế giới. И что здесь важно? Важно то, что на этой половине здесь активные доходы. То есть пока ты активен, пока ты действуешь, ты получаешь деньги. Только остановился, все, иссяк твой денежный поток. Và cái điều hạn chế của bên cái phần bên trái này thì tức là cái nguồn thu nhập là chủ động. Khi mà có làm việc thì có tiền, còn dừng lại là hết. И вот теперь представьте, что сейчас в условиях кризиса, в условиях вируса, коронавируса, связанного с коронавирусом, сколько людей находится перед проблемой, что делать? Да, какое-то время им что-то будут платить, но это какое-то время. А дальше что? Trong cái thời kỳ hiện nay thì khi mà virus đang lan rộng như này thì rất nhiều người không thể làm việc được. Đấy, và cái điều nữa phải tính đến đấy là không biết đến bao giờ thì mới chấm dứt cái tình trạng như thế. Thế thì tiếp theo chúng ta sẽ phải làm như thế nào? И теперь представьте себе, что неважно, являетесь ли вы предпринимателем, сами свой какой-то мелкий бизнес ведете, есть у вас какой-то магазинчик, там, я не знаю, там посредничаете, консультируете, или вы наняты и работаете на рабочем месте, получаете стабильную заработную плату, у вас есть возможность отсюда переместиться сюда, но есть возможность отсюда переместиться и сюда, равно как и отсюда переместиться на правую половину. Что это значит? То есть на правую половину, в которой, переведите. Tức là trong cái thời gian như vậy thì khi mà các bạn làm thuê hay là làm doanh nhân nhỏ thì các bạn có tích tụ được cái luồng tiền riêng của mình và các bạn có thể chuyển sang cái phần bên phải. И переместиться в половину, в которой на этой половине 2-3-5% там по-разному оценивают всего населения земного шара и 96% всех мировых денег. Khi mà bạn chuyển sang phần phía bên phải này thì phần phía bên phải này chỉ chiếm số lượng nhỏ dân số 2-3-5%, nhưng mà lại chiếm đến 96% số lượng rất nhiều cái luồng tiền trên toàn thế giới. Кто отсюда или отсюда может стать владельцем крупного бизнеса? Как вы думаете? Theo các bạn nghĩ thì ai trong số những người này ở bên phía bên này có thể chuyển thành những ông chủ lớn được? Я просто так в шутку одному знакомому задал вопрос, несколько иначе построил. Он сказал: есть только несколько возможностей. Первое. Где-то украсть очень большую сумму и сделать большой бизнес, и не факт, что он у тебя удастся. Купить большой бизнес, что то же самое. Или же выиграть деньги и войти в бизнес. Но всегда есть опасность, что этот бизнес ну, будет существовать дальше, когда ты туда войдешь. Thì có vài khả năng có thể xảy ra, mình có thể nói đùa là cướp được ở đâu ra đấy một cái khoản tiền nào đấy rồi chuyển sang đầu tư một lĩnh vực, nhưng mà cũng chưa chắc là cái lĩnh vực đấy nó đã thành công. Человек немножко подумал, потом сказал: нет, есть еще возможность купить акции какой-нибудь серьезной крупной мировой компании. Ngoài ra thì có những người khác thì cho rằng là sẽ mua cổ phiếu, nắm giữ cổ phiếu của những công ty hàng đầu, những công ty có triển vọng cao.
с вами вспоминаем, дорогие друзья, что корпорация, которая создается, отрасль промышленности новой, новая отрасль абсолютно нового транспорта создается. И мы, кто мы кредитуем, получаем залог акций, мы уже становимся совладельцами, то есть мы переходим с вами в совладельцы крупного бизнеса. Tức là như chúng ta hiện nay thì chúng ta đang nắm giữ những cổ phiếu bảo đảm của một công ty có một ngành ngành vận tải hạ tầng hoàn toàn mới, và chúng ta là những đồng sở hữu của công ty này. А дальше процесс, все, который зависит от того, насколько и какой портфель мы здесь имеем, мы сможем стать инвесторами, которые будут участвовать и кредитовать надежный бизнес. То есть, этого бизнеса, вот эта компания, это концерн, эта корпорация предложит очень много будущего. То есть мы можем перейти в роль инвестора. Và như thế thì chúng ta có thể chuyển sang thành với vai trò là những nhà đầu tư sau này, khi mà chúng ta đã là đồng sở hữu của một công ty khổng lồ như vậy. И что самое важное, мы переходим сюда половину, таким образом мы оказываемся в половине, которая является именно частью пассивного дохода. Và điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta chuyển sang cái phần bên phải này thì tương ứng như vậy chúng ta đã có những nguồn thu nhập thụ động của mình. И что самое важное здесь, независимо от того, насколько я где-то встану, в основном львиная доля моих активов будет работать, работает и будет работать. Và như vậy thì cái số tiền của chúng ta sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục đem lại lợi nhuận cho chúng ta. Поэтому я, не вдаваясь в подробности, которые изложены здесь, они хорошо переведены, спасибо переводчику. Есть характеристики левой половины, есть характеристики правой половины. Вы все грамотные люди и сможете это все прочитать. Переходим к следующему, дорогие друзья, что очень важно сегодня понимать. Và chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Trong bài thuyết trình này thì đều đã được dịch sang tiếng Việt, nên là các bạn có thể tải về và đọc sau được những cái khác biệt giữa hai bên phía phải và bên phía trái của Kim Thủ Đô Kiyosaki. Что сегодня важно? Мы завершаем как бы первую фазу проекта – это строительство экотехнопарка и сертификация технологии, выход на рынок. Это период с 2014 по 2020 год. Первый 15 этап. Trong giai đoạn đầu tiên, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, thì đó là cái giai đoạn mà sẽ chứng nhận công nghệ và tiến ra thị trường. Пока мы находились на первой стадии или первой фазе проекта, была создана блокчейн-платформа SVG Token. И как бы она запускается с 2020 года, хотя было в 2019 году запущено. Вот она, вторая. Trong cái phát triển thứ hai thì chúng ta sẽ thực hiện phát triển cả nền tảng blockchain token từ năm 2020. Но мы переходим во вторую фазу. Вы чувствуете, вот уже 14-15 этап завершается финансирование. И мы переходим во вторую фазу. А это фаза выхода на рынок. Это не значит, что мы здесь не выходили. А это просто массированный выход на рынок. И очень важно, на какой рынок? На рынок строительных систем, строительства. И это А, то есть на строительство. 20-й год, он прорывной. Так? Và các bạn có cảm thấy không, tức là chúng ta đang tiến sang cái pha thứ hai, cái việc mà chúng ta tiến ra thị trường một cách mạnh mẽ, một cách mở rộng, rộng rãi thị trường vận tải. Создается ключевая отрасль Transnet. Это вся система, о которой я впереди уже говорил. Те все элементы, без которых мы не можем строить, если у нас не подготовлена инфраструктура для эксплуатации.
và chúng ta cũng tạo ra một cái ngành chủ chốt Transnet, cái điều bao gồm tất cả những điều mà ông Vladimir Maslov đã nói, các hệ thống mà đã được nói đến, để tạo ra một nền tảng cho toàn bộ một ngành mới. Времени с 20-го года и дальше, вплоть до построения, как уже Юницкий сказал, более 20 миллионов километров дорог по новой технологии. Và tại đây thì sẽ như tổng công trình sư đã nói là sẽ xây dựng không dưới 20 triệu km tuyến đường theo công nghệ đường dây. Но осуществляя выход на строительный рынок, вот это А, мы еще осуществляем и Б. На следующем этапе, или мы его уже начали осуществлять, это, но его развивать надо вот здесь, во второй фазе. Это первое, это выход токенов или вывод токенов на СТО, это в настоящем 2020 году, после июля месяца. И второе, это вывод акций на IPO с 2021 года, не ранее, потому что это отдельная история. Và nếu mà như ở đây tiến ra thị trường là cái khung A, thì ngoài ra chúng ta sẽ còn phải thực hiện cái khung B nữa, tức là đưa ra thị trường token theo hình thức STO. Và trong năm nay chúng ta đang tiến hành rồi. Còn ngoài ra thì tiến hành cả thêm đưa cổ phiếu lên sàn IPO. Và cái việc này sẽ được tiến hành không không sớm hơn năm 2021. Cái này nó là một cái câu chuyện riêng. Теперь я хочу вам показать, еще раз подтвердить, что вот мне задают вопрос, что выгоднее, беречь деньги, откладывать и готовиться к СТО, которое начнется не ранее, значит, чем 01.07.2020 года, или все-таки продолжать инвестировать в проект и получать под свои кредиты акции? Và ở đây thì tôi muốn bàn với các bạn một cái điều là cái gì quan trọng hơn. Chúng ta sẽ bỏ tiền vào các token theo trước khi STO vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, hay là bỏ tiền vào các cổ phiếu bảo đảm của chúng ta. Я отвечаю и рекомендую вам так понимать, что независимо от того, что и как, но СТО будет не ранее 01.07. Сегодня у нас март месяц. Вот до периода СТО целесообразно и умно располагать свои средства только в ценные, как бы, в кредитование проекта и откладывать и увеличивать свой портфель акций, которые стоят в Евразиан Рейлгови Систем Холдинг или в РЦГ. Cái điều mà tôi muốn khuyên các bạn ở đây là cái việc STO này thì nó sẽ diễn ra không sớm hơn ngày 1 tháng 7 năm 2020, còn hiện nay đã là tháng 3 năm 2020 rồi. Thì cái việc quan trọng của chúng ta là đầu tư vào các cổ phiếu bảo đảm. А не, чтобы они не оказались бы пустыми бумажками вот в этот период до 01.07. Это первая причина. И вторая причина, что уже после этого, может быть, и нельзя будет приобрести свой портфель. Закончится 14-15 этап, все. Не будет такой возможности, будет только бизнес с токенами. Понимаете, да? Вот почему сейчас эта стратегия этих двух пунктов очень важна. Hiện nay thì có một chiến lược rất là quan trọng, tại vì sau STO thì giai đoạn 14-15 sẽ kết thúc một cách nhanh chóng, và lúc đấy thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để mà gia tăng cái danh mục đầu tư các cổ phiếu của mình nữa. Первое, второе размещение. Первое размещение предполагает по бизнес-плану white paper предполагает 60 миллионов привлечения средств. Второй 125. Уже где-то здесь на половине, а это может произойти очень быстро после 01.07. За день, за две недели, за месяц. Все. И мне, как или владельцу... Theo sách trắng thì... А переведите, да, извините.
Давайте. Переведите, переведите. Theo sách trắng thì cái việc mà việc này nó sẽ diễn ra vào khi mà thu được 60 triệu hay là 125 triệu khoản nào ở giữa hai cái chỗ đấy thì nó sẽ diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Для завершения 14-15 этапа и нужно где-то средства между 60 и 100 миллионами, например, или 110 миллионами, я кое-где оценивал это. И эти, они в основном пойдут на высокоскоростную трассу, на ее сертификацию. Все. Và cái số tiền sau sẽ được chuyển sang để phát triển các hệ thống đường, hệ thống di chuyển cao tốc. И правление Global Transport Investment вполне может принять решение уже на второй или на третьей неделе после 01.07 решение прекратить кредитование через значит, залог акций, а перейти на токены только. Все. Переводите. Các bạn có nghe được rõ không ạ? Xin các bạn cho phản hồi lại xem là các bạn có nghe rõ không ạ? Một số bạn ghi ở trong chat là nói hơi nhỏ ạ. Поэтому пока есть возможность, защитить свои сбережения, нарастить свой портфель акций, твердо встать в четвертый квадрант. Используйте это. Ох. А, пришел. Спасибо. Владимир, извините, пожалуйста. Да, я сейчас скажу. Пока есть еще возможность Вы защитить свои средства. Из чата. Да, слышите сейчас меня, да? Пока еще есть возможность защитить сбережения, да, давайте, нарастить свой портфель акций, пожалуйста. Твердо встать в четвертый квадрант, квадрантов, то есть инвестора по Роберту Киосаки. Используйте эту возможность. Hiện nay thì chúng ta vẫn còn cơ hội để chuyển sang cái việc tăng thêm danh mục đầu tư và tiến vào ô theo kim tứ đồ Kiyosaki sang ô thứ tư ở phía bên phải bên dưới đấy một cách vững vàng hơn. Таким образом, мы находимся как раз в процессе, процесс даже токенизации или подготовки к СТО идет по плану. И начался этот этап сейчас. Hiện nay thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn token hóa và тестирование theo kế hoạch của dự án. Платформы. И сейчас идет работа на узнаваемость проекта и так далее. То есть СТО подготавливается. Hiện nay chúng ta đang tiến hành các hoạt động quảng bá dự án, thử nghiệm chiến lược thì nó đã gần đến giai đoạn kết thúc rồi. И еще некоторые варианты, которые очень важно вам понимать и учитывать, что вообще длинный путь с 2014 года, я уже не говорю, было до этого 40. Это приземление, это происходило в ЭТП, строительство и начало сертификации, 2017-19 год, это сертификация, подготовка проектов, начало строительства по некоторым проектам или их подготовка. Но важно то, куда мы сюда пришли. Переведите это, и тогда я объясню, что здесь. Quãng đường trước năm 2014 thì nó là một quãng đường rất dài, còn sau đấy các bạn có thể theo dõi từ năm 2014 đến hiện nay thì lần lượt những cái công việc được thực hiện các giai đoạn thì hiện nay chúng ta đã đến rất gần rồi. Нам, кто мы причисляем себя к партнерам проекта, и говорим, беседуем с инвесторами и так далее, нам надо понимать, что 19-21 год – это завершение основных сертификаций. Все,
2020-2021 году высокоскоростная линия будет сертифицирована, будет завершена сертификация транспорта, грузового транспорта. Все, этот период закончил. То есть мы на финише. Chúng ta đang ở điểm kết thúc rồi và năm 2019, năm 2021 chúng ta sẽ hoàn thành các công việc chính liên quan đến chứng nhận hệ thống vận tải cao tốc, hệ thống vận tải hàng hóa. Идёт уже проектирование и подготовка, и уже начинается строительство, и ведется строительство в Шарже, в инновационном центре первых трасс. Và chúng ta tiến hành xây dựng cái tuyến đường đầu tiên ở trung tâm đổi mới Sharjah ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Делается все для вывода технологий на рынок строительства. Более 15 проектов, по ним различные договора заключены и ведутся проектные подготовительные работы. Và làm mọi thứ để đưa công nghệ tiến ra thì xây dựng quốc tế. Có 15 dự án đang được chuẩn bị, đang được tiến hành. Если вы следите за информацией, которая у вас в кабинете и на сайте проходит, то встречи с производителями металла, с корпорациями, крупными мировыми строительными корпорациями, это все является из этой серии отсюда, друзья. Это надо иметь подрядчиков, субподрядчиков, с которыми работать, чтобы выводить технологии. Như các bạn theo dõi các tin tức được công bố ở trên trang web thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều công việc liên quan đến lựa chọn chuẩn bị cùng phối hợp cùng với nhà thầu đấy, tất cả những cái công việc đấy thì với mục đích là để đưa công nghệ ra thị trường. В этот период 2020-2021 год выход на СТО и подготовка и выход на IPO в конечном итоге. В этот период подготовка СТО, выход на СТО и подготовка IPO. Và chuẩn bị cho cái việc tiến ra STO và IPO. Важно, создается корпорация, владеющая новой транспортной инфраструктурной отраслью, то есть целой отраслью. Điều quan trọng là chúng ta tạo ra cơ sở để thành lập một tập đoàn sở hữu cả một ngành vận tải hạ tầng hoàn toàn mới. И начало начинается строительство и создание всемирной сети Transnet. Это мы тоже при этом, друзья. Và cùng với đó là chúng ta đang xây dựng một mạng lưới vận tải Transnet. Теперь я очень коротко пройдусь, потому что зачем мне инвестору нужен токен, СВГ токен после СТО, да? И какие преимущества дает СВГ токен после СТО? Но в конце остановлюсь еще раз на акции. Первое. Переведите. Với tư cách là một nhà đầu tư thì các bạn sẽ hỏi là tại sao mà tôi cần token sau khi tiến hành STO. Я хочу здесь еще раз сказать, это актуальным становится после того, как выведено после 01.07. Запомните это и поймите это правильно. Tôi xin nhắc lại là cái điều đấy thì nó sẽ mang tính thời sự, tính cấp thiết sau cái thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2020. Это помогает ликвидности моих акций до самого IPO. То есть я использую свою деятельность здесь, но после того, когда СТО произошло. Cái việc này thì nó sẽ làm tăng cái tính thanh khoản cho số tiền đầu tư của các bạn trước khi IPO diễn ra. СВГ токен дает мне возможность работать, продолжать бизнес со своей командой, которую создал или создаю. То есть вести свой инвестиционный бизнес, друзья. Вспомните квадранты Киосаки.
Nhưng các bạn nhớ ở trong cái kinh tế Tokyo Shoki thì các bạn sẽ thấy là cái việc này sẽ giúp các bạn tiếp tục kinh doanh được với cái việc kinh doanh đầu tư của các bạn với đội ngũ mà tạo ra. Việc an toàn tài chính này sẽ được thực hiện cho các cái khoản tiền của bạn trong giai đoạn khủng hoảng hệ thống tài chính toàn cầu. Какие преимущества вообще дает этот SVG токен после СТО уже? Или в результате СТО, правильно? Sau khi thực hiện STO thì sẽ có những ưu thế nào của token Skyway? Дает возможность участвовать в проектах группы компаний с корпорацией именно. Nó cho phép các bạn có thể tham gia vào các dự án đầu tư của tập đoàn, có ưu thế đấy cho các bạn. Я кто я владею или ты кто ты владеешь получаешь право на на получение ну дохода или дивидендов если угодно. Nếu mà các bạn sở hữu nó thì đối với các dự án cụ thể các bạn sẽ được có quyền nhận lợi nhuận, nhận cổ tức từ cái việc đó. Но если кто читал, и большинство, по всей вероятности, читали white paper, то понимает, что токены, которые я как бы начинаю в них участвовать в этом бизнесе, они очень интересными становятся для юридических лиц, для компаний, которые будут заинтересованы. Это значит, на площадке, которая будет ими торговать, будет ажиотаж, потому что компаниям надо иметь токены. Они смогут рассчитываться в будущем только токенами. Им платить будут токенов, и они покупать будут у нас или оплачивать нам могут за проект только токенами. Заказывая проект только токенами рассчитываться. Nếu mà các bạn theo dõi white paper thì các bạn sẽ thấy là các token này sẽ rất đáng quan tâm đối với các tổ chức pháp nhân, các cái công ty. Tại vì sau này mọi thứ nó sẽ được tính theo các token này. А где они их возьмут? Только на нашей бирже. Только вот в этом процессе. Thế thì câu hỏi dành cho họ là sẽ lấy token ở đâu ra thì họ bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch của chúng ta. И наконец, как вообще относиться к предлагаемым пакетам кредитования технологии через чату SVC? Skyworld Community, где 1 к 30 сейчас средний такой, скажем так, дисконт. И финансирование через Royal Capital Group Fund, где дисконт 1 к 52, есть там выше варианты. Как к этому относиться, к этим предлагаемым пакетам? Я прокомментирую еще. Vậy thì chúng ta cần có thái độ, cần phải làm gì đối với những cái đề xuất đầu tư ở bên nền tảng SVC với cái chiết khấu trung bình là 1/30 hay là thông qua Royal Capital Group chiết khấu từ 1/52 trở lên. Sky World Community. Sky World Community. Sky World Community. Первый, тут 6 пунктов. Первый. Это есть еще последняя возможность пополнить актив акциями корпорации, выходящей на технологию новой транспортной отрасли на мировой рынок. То есть корпорации, которая меня пригласила и благодаря которой я нахожусь в третьем квадранте Киосаки. Và đây là cơ hội, những cơ hội cuối cùng để mà chúng ta có thể bổ sung được cho cái danh mục đầu tư của mình những cổ phiếu của một tập đoàn mà sẽ đưa công nghệ ra một thị trường hoàn toàn mới, tạo ra một ngành vận tải hoàn toàn mới trên thị trường quốc tế. Второе, второй пункт.
защитить имеющиеся, о чем я уже неоднократно сегодня говорил, защитить имеющиеся финансовые средства свои от влияния неожиданности мирового финансового рынка и фокусов банка. Причем не только своих средств. Это могут и делать компании, которым очень выгодно участвовать вот через этот канал. Thứ hai thì cái việc đầu tư như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ tài sản của mình khỏi những cái sự khó lường trên thị trường tài chính, những cái sự chú ý của các nhà băng. Третье. Продолжить поддержку проекта в пределах моих возможностей. А мои возможности каждый должен взвесить их сам. От 50 долларов до 500 долларов. Как возможная вилка. Я, который уже в проекте, моя такая как бы миссия поддержать проекты дальше. Слушаю. Алло? Вы здесь? Ел? Алло, алло. Thứ ba là nhờ các cái cơ hội này mà các bạn có thể tiếp tục ủng hộ dự án trong phạm vi khả năng của mình. И следующее, четвертое, привлечь 3-5 инвесторов. Из инвесторов 3-5 человека, из тех, кто уже были в проекте, но почему-то как бы забыли, не следят за тем, как проект развивается. Вполне можно привлечь и сказать, слушай, последняя возможность еще в нем участвовать. И 3-5 из новых людей, которые еще не знакомы, им еще интереснее в этот проект. Алло. Завершаем уже сейчас. Алло. Перевели? Нет, вы либо не слышали меня. Что-то звук постоянно разрывается. А, то есть вы переводили сейчас, нет? То есть переведите вот это здесь. А, ушел. Сейчас будет. One minute. Sorry. Wait a little bit. Так, Ев, вы на площадке, слушаю вас. Алло. Да. Да, слышно меня? Значит, вот этот пункт, переведите его, пожалуйста. Угу. Привлечь 3-5 из инвесторов, которыми я уже работал, и 3-5 из тех новых людей в проект. Моя святая задача. Mục thứ tư, điểm thứ tư này thì các cái gói đề xuất đầu tư đang được cung cấp như vậy thì sẽ cho phép và cùng với các thông tin hiện nay về dự án, phát triển hiện nay về dự án thì sẽ cho phép các bạn thu hút thêm 3 đến 5 người trong số những người mà trước đây đã từng đầu tư vào dự án và thêm 3 đến 5 người mới, những người hoàn toàn chưa biết về dự án. Продолжить пятое, продолжить строительство своей, готовить ее к команде, готовить ее к совместному инвестиционному бизнесу в четвертом квадранте Киосаки. Và chúng ta có thể xây dựng được một đội ngũ chuẩn bị cho họ vào một công việc kinh doanh.
шестое – это первое, второе, четвертое – продолжить подготовку получения выгодов отсюда и наращивать базу – это 3 и 5. Наращивать базу для того, чтобы пассивный доход был более стабильным и более весомым. Xin lỗi các bạn, có thể do chất lượng đường truyền mạng nên là thỉnh thoảng chúng ta sẽ tôi cũng bị ngắt khỏi cái nhịp dịch chung. Như vậy thì ở cái mục thứ 6 chúng ta sẽ nhận được lợi nhuận từ các cái điểm nêu trên, và thêm vào đó là chúng ta sẽ tạo ra được một cái nền tảng cho nguồn thu nhập thụ động. Я благодарю вас за участие, я благодарю ее за перевод. И до скорых встреч. Следующий четверг у нас тоже будет вебинар. Будьте здоровы, берегите себя, своих близких и делайте правильные стратегические решения. Переведите. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và buổi webinar tiếp theo của chúng ta sẽ vào thứ năm tuần sau. Xin các bạn sức khỏe, mọi điều tốt lành. Всего доброго, до встречи. Переведите. Ел? Алло. Всего доброго, до встречи, я сказал. Алло. Алло. Слушайте. Слушайте. Не слышал я вас. Всего доброго, до встречи, я сказал. И не слышу вашего перевода. Я вас не слышу. А сейчас слышите меня? Алло, алло. Чао.